Это Серегина жизнь. Не прокормить этого кабана, блин. Давай, хренач, блин. Работай. Отрабатывай. 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 Выживание в Таиланде, блин. Отрабатывай рис. Работай. Раб. Ну что, если бы вы знали, сколько этот лысый монстр жрет, а теперь, когда он стал бруталом, он жрет еще больше. Он жрет еще больше. Оп! Ху-ху-ху-ху! У нас здесь собрались все типажи, смотрите. У нас лысый. Бородатый. Бородатый жених. Бадюк стайл. И... Фрика стайл. Фрика. Пальма. Какой лысый. Какой лысый, пишет. Какой же ты лысый, Серега. Дагестанцы. Сука, Серый, иди, встань в позицию, да, я тебя сниму. Побей, ребят. Да, да. Нападай на зрителей своих. Ставьте быстрее лайки. Вы ставите лайки, а? Еще. Надо с Серегой сходить на тренировку по муай-таю, посмотрим, что пару фингалов еще поставят. Чтобы было еще брутально. Я нос в сторону. Да. И уши надо в пельмени. Ну давай, демонстрируй, что ты будешь делать, мы будем комментировать. Ну что, я Сереге предлагал хотя бы перейти на веганскую кухню, я ему приготовил. Что он приготовил? Он приготовил картофан. Картошечку. Сегодня у нас в роли повара... Сарю, Георгий. Ебать урод стал. Вот варю рисок Сереньке. Ну и Серега. Слава России мне пишет. Шикарные фрукты. Ну что, у нас обошелся арбуз. Ну, арбуз в Паттайе. На Пхукете здесь на Харне это в два раза дороже. То есть здесь 65 бат, наверное, будет половинка стоит бат 30. Это, короче, вот это все на 150 бат умножаем на 2, 300 рублей. Значит, это 100 рублей, это 100 рублей, это 100 рублей. Чертов курс доллара. Да, чертов курс доллара. Так мы здесь, вы представьте, что типы с Австралии, да? У них там какие бабки, они вообще прилетают здесь, улетают с самоистами потом. Поэтому только русские сухие тут, остальные все жирные. Надеюсь, Серега привел плюс 10. Серега, давай спой героя Роа. Ну как мы назовем это? Коловрат, ты слушал такие песни? Да, слушал. Это же выход в перископ, называется отход от праздников, ребят. Надо что-то делать, Серега, он не может остановиться, он все пьет, он все ест. Yes. Фактически Ленин. Учиться. А Серега есть. Спрашивают, Гошану сколько лет? Гошан вечно молодой. Отрастит бороду 35, сбривает бороду 18. Ты свою майку кудрявому отдал. Они говорят, ты свою майку кудрявому отдал. Кудрявый в этой майке вчера зажигал. Сегодня ночью. Как тебе рубить арбуз, Серега? Руби как ты умеешь, хотя бы как-нибудь. Ну, это ужин фрукторианцев. Да ешь его ложкой просто и все. Но многие приезжают в Таиланд и становятся вегетарианцами, потом фрукторианцами. Здесь, конечно, не дешевые эти. Че? Фрукты. 40 стоит килограмм. Сколько арбуз в России стоит? Мне кажется, 30-ку мы раньше брали на севере в Пхукет килограмм. Так, вон, Гошан, вот здесь же на углу в Чипе он стоит 40. 40? Прям, да, килограмм. Да? Суперчипы, да? Прям на улице, они тут корзины такие большие. Но я имею в виду, что у тебя суперчип, да. Там такой суперчип вообще. Где арбуз покупаешь, а заквашенный для арбуз. Где мухи летают. С мукой и с тараканом, и еще будет сверху гуана валяться. Что, вот так пробить их от мухточки, да? Я уже пел, я уже начал петь. О, Дашуля тебе привет передает. Ой, Дашенька, ну что ж ты нам наврала, что ты приедешь в эту шикарную страну. Давайте уже приезжайте, мы потихоньку встречаемся. Ты ножом не махай, не угрожай. Весь мир встречаем потихоньку. Дашуль, как тебе мой причесон?
получается, надо перевернуть камеру. Не получается. Нормально, да, дядя Сережа изменил? Дядя Сережа превратился в убийцу Сережу. Тут в натуре дядя. Кстати, как образ Сереги-то, вот такого брутала? Мне нравится. Серега там переживает, значит, конечно, фигуру, что он не просушенный, не сухой, но смотрите на банки и эти габариты просто. Ну, к сравнению, меня поставь это, держи. Чья бы держать? Ну, я рядом с танкистом. Надо тогда дать женщине, чтобы она снимала. Ну что ты? Нас видно. Будешь драться со мной или нет, а? Давай, Серега, бля. Ну. Кто-то тут, короче, в гости хочет приехать, постоянно спрашивает, где вы находитесь. Да на Найкарне мы приезжаем. Слон и моська. Слон и моська. Слон и моська? Это кто? Давай, коллеги. Приезжай на Найкарне, нормально, консультация 3000 рублей. Чики-пуки. Или за арбуз. Слушай, расскажи эту историю про чувака, который они сделали мужской клуб и бухали за 3000 рублей. Дагестан. Да, скажи, с Грозного. Дядя Сережа сидел. Дядя Сережа сидел-то, что ли? Что, есть кто с Пхукета-то? Кто-нибудь смотрит нас с Пхукета? А? Пхукетская братва. Ну что, вы страдаете дома? Смотрите у нас какое веселье. Серега, врубай музон. Все сегодня открывается. Гошан просит тебе леща влепить. Давай, в прямом эфире. Лещ от дяди Сережи. Да. Это лещ? Я думал, почти... А, лещ это вот это. То есть чуть не свернул. Так, расскажите, что делаете в Таиланде. Живем тут пока пару месяцев. Занимаемся, работаем, тренируемся, бреем голову. Бреем голову. Экспериментируем с прической. Вообще делать нечего, видите? Сидим вечером, что делать? Давай Серегу пострижем, чуть-чуть постригли, опять делать нечего. Давай еще пострижем. Достриглись, блин. Сейчас будем стричь Гошадена. Да, сколько? Если подкинуть мне деньжат, братва, я постригусь. А сколько ты подстригешь? Да, сколько? Ну месяц, да, ладно, за 30-ку постригусь. За 30 чего? Доллар? Месяц, тебе же не нужны деньги вообще. За 30 долларов, короче. Короче, ему это, отвлекаешь от процесса. Ну что, идет бой, папайя. Ну давай. Арбуз я нарубил как-то, не знаю. Зубы не отбеливал никогда. Лучший способ отбелить зубы — загореть. Поехали. Кольцами нарубить, Серега? У нас сосисечная вечеринка, у нас нет... У нас нет женщин, но зато есть такие... Папайя. Мягенькая. Есть папайя. Смотрите, как это происходит, а? А? Блин, потом есть не могу. Да. Дашка! Мы тренируемся. Как это называется? Черный глаз? Фруктовый ужин — это же здравствуй, жир. Да нет, скажи. Кажется, сказать нет. У кого жир? Разве правда, наверное, есть? Фрукты с жирами просто от арбуза. Есть арбуз и весь в жирах. О, вы геи. Вы геи? Это вопрос или утверждение? Это же, по-моему, всем ясно. О. Это же всем ясно, ребята. Гошан гей. Вам что, моя внешность ни о чем не говорит? Сколько можно уже? Ну да. Ну да, тот самый гей-оргий. Георгий. Гей-оргий. Пускукоцкий. Куда пропал? Домой уехал. Пускукоцкий уехал раньше домой. Бля, ну Юра — это, конечно, самый турист, семейный турист такой. Если вы на пляже увидите, есть в этих... Только в Инстаграме. Воздушных шарах с этими матрасами.
очками, супер шортами. Гоша покрасил свою пальму. Не, Гоша выглядит. Я все жду, когда я останусь все-таки похожим на него, да? Есть? Все надо поднять чуть-чуть их вверх. Вот так? Вот так? Отращивай. Когда уже начнутся плоды расти? Кто выращивал когда-нибудь ананас? Ой, боже мой, сейчас начнут писать идиот. Да. На самом деле, вначале идет, мы тут обсуждали троллинг, да, что вначале паришь. Дайте мозгов ему немножко. Тут одни комментарии, идиоты. Может, вы зададите какой-нибудь вопрос идиоту? Дебил, блядь, в педике. Плохо. Долбоёб. Блин, так... Еще 30 секунд. Еще 30 секунд идиота, мне кажется, я и правда стану идиотом. Так, пишешь операторша? А ты привет, Настюшка, привет. Ты думаешь, Настюшка смотрит? Конечно, смотрит. Ну, привет. Тебе привет, Игорь. Кто хочет встретить Настюку, Настюка едет во Вьетнам через пару... Через месяц. Через месяц, да. Ну, будет кататься на кайтсерфе. Ну, полтора месяца. Она, кстати, рассказывала мне, что у нас оператор, что суперспортсменка. Суперспорт. Суперспортсменка. Она вообще экшен. Это он или она спрашивает? Это он, наш Георгий Кобзон. Подожди, прическу ему, Серега Жиронов. Мне новую фамилию придумали, Серега Жиронов. Георгий и Серега Жиронов. В эфире Георгий и Серега Жиронов. Так, ну что, Серега, это рубите вообще эту тему? Я и так думаю, вы знаете, как это все выглядит внутри, в России. Ананас, арбуз не знает, как выглядит. Ну что, пойдем кушать? Убери там водку, сигарету убери, чтобы не обидно не видеть. Водка? У нас есть там водка разве? А что, покажем коньяк? Наш коньяк за 5000 рублей. У нас есть коньяк, остался от тайских каникул. Ходите, покажу вам. Вот он. Пожалуйста. От тайских каникул осталось только коньяк, и... свекла. И яйца-кач! Яйца-кач! Смотри! Сколько яиц! Вот этот кач! Коробка, блин, яиц! Так, а я не понял, чем отличается яйца-кач женские от яиц? Типа мужские с цинком и этим, и с витамином Е вроде бы. А женские какие-то другие. Бери, Жек, стульчик тоже присаживайся. Блин. Ну, или ты че? Или ты не хочешь с нами есть, что ли? Дагестанцы ждут. Даги же нас все, сейчас все даги нас будут смотреть с тобой. Ну, блин, арбуз подгнивший. Подгнивший арбуз? Вот. Я же выбирал. Ну, ты молодец. Что, вам не нравится лысая башка, что ли, моя? Значит, я-то Серега стал печь пироги. Да, это самое. Твоя рожа во весь экран. Лысая башка, дай пирожка. Так, ну что, Жень, угощайся. Угощайся бубликом. За 50 бат. Вам бублик, кушайте. Холодную Россию снежинку посылаю летнюю. Блин, как я теперь одной рукой буду там? А сколько стран вообще есть? Кто здесь есть? Откуда? Помимо России. Италия, Франция, а? Новая Гвинея, Африка. Гош, на щеки будем снимать. Тебя смотрят сейчас негры? Я думаю, сейчас негров прибавят. Пхукет тут. Я из Москвы. Это Германия. О, женщина тоже из Германии. Сейчас. Из какого города? О, Германия еще один. Ватикан. Я негр. Привет из Гоши Пердянска. Дубай, Лондон. Сейчас будет Серегина реклама. Кто на Пхукете находится, знает этот напиток? Coco Max. 25 бат. Крутая штука.
Как кокос без кокоса. Кокос без кокоса. Че, тухлявый, а этот? Я сосед ваш слева. Это тот, который орет постоянно. Это не вы тут орали с девочкой, кто-то ее вечно бил. Бил, она была в экстазе. А может, это был шикарный секс? Новогодний секс был? Да, там какой секс, она кричала. Я ненавижу тебя. Раз 800 она это сказала. Я уже думал, что, походу, надо вырубать вас двоих. И побрился на лысо, чтобы испугались просто. Чтоб пугались. Ой, на нас было нападение недавно. Ну, на меня таец ножом напал. Хотел, походу, меня побрить. Не, он хотел бесплатную программу тренировок. Ну, потому что не было денег, но по нему видно было, что ему нужна программа. Это так со стороны смотрел, знаете, видели когда-нибудь? Как слон и моська. Слон и моська. Нюрнберг, ты не из Нюрнберга? Нет? Я из Дюссельдорфа. У нас есть Дюссельдорф с нами. Есть кто из Дюссельдорфа? Уже мало народу, 300 людей. Что, не нравятся никому мои фрукты, что ли? Еще все мясоеды там. Че? Всем вообще срать на твои фрукты. Кто-то хочет это. Кто меня хочет? Женщины меня хотят или опять трансвеститами? Что за дела? Понятно, Лос-Анджелес смотрит. Поделись арбузом. Арбуз, ну, для тебя, милый мой друг, самая верхушечка. Это девочка была. Держи. А, милая моя подружка, держи. Я за тебя. Боже мой, как не выдержно. О, спасибо, она очень рада. Да. Чувствую, прям щеки сейчас заплывают. Плывают щеки. Анапа. Что интересного-то у вас есть? Расскажите нам. Чем нам сегодня вечером заняться? Да. У Сереги здесь 20 тысяч консультаций, ему надо еще ответить. Да. А у меня вот бутылка коньяка стоит. Мерзкого. Да. За 5 тысяч. Доллар 77. Опять напиться с утра встать. Жизнь, так плохо вообще. Мурманский минус 35. О, значит, мне погода сейчас говорит. Какой? Вы говорите погода, я буду передавать. Мурманск минус 35. Кемерово минус 30. Большие осадки. Какой там? Жухните. Какой хреновый из тебя ведущий. Градус термометра. Или как это называется? О, у кого там давление, все будет в порядке. Заткнись, люди отписываются уже. Им неинтересно будет. В Москве снежная буря, в Питере все замело. А у нас тут вообще, блин, зубак. У нас вместо дождей комары падают. От стероидов волосы выпадают. Серега, как снять телку за 80 рублей, если раньше тратил 3000 рук пикапа? Снимать ее надо. Снимать надо. С балкона сними ее просто еще. Снимай. Тоже хочу. Хватит жрать. Татьяна тебе пишет. Анюка, присоединяйся. Не хватает женщин. Если бы были женщины, мы бы были более сухими. Более сухими? Мы бы кормили женщин. Они бы были жирными. А мы были бы чуть получше. Мы бы были хотя бы чуть-чуть получше. Надо, блин, что ли, протереть эту камеру, а то сейчас ты какой-то нерезкий. Это про просушение стало, что у всех. Блин, ты? Бицульку моя у меня. Да, нет. Нет, я что? Да нет, бицульки никакой. Блин, Сер, ты говорил, что у меня банки нормальные. Да нет, я врал, наврал тебе. Пьяный был. Ну да. Сука, это новогодний подарок был. Я на Новый год от Сереги получил комплимент. Разочек хоть. Когда выступать будешь? Целыми днями вот сижу сейчас и выступаю. Чем вам не выступление? Один хрен вы будете меня засирать и писать какое. Короче, вот вам лысина моя. Ее так приятно трогать стало. И приятно очень плавать. Когда вода
Серега уже из дома не вылазит третьи сутки. И когда ветер дует по лысине, очень приятно тоже. Вот. Ну ладно, что, друзья, хватит с вами трещать. Скоро у меня скайп. Так что всем пока. Всем мир, всем здоровья, счастья, любви, успехов, здоровых банок, зеленых листвы, друзей идиотов и не только. И всем пока. Да? Так, надо нажать быстрее.